Всем здравствуйте! Сегодня я буду готовить оладьи на кефире. Это очень вкусный и простой рецепт. Приготовить смогут все. Итак, приступим. Для теста я беру одно яйцо, 1,5 столовые ложки сахара и 1/2 чайной ложки соли. Перемешиваю. Добавляю 2 стакана кефира жирностью 3,2%. Кефир должен быть теплым или хотя бы комнатной температуры. Просеивая, добавляю 2,5 стакана муки. Тщательно перемешиваю, чтобы получилась однородная масса без комочков. Чтобы оладьи получились пышными, тесто должно быть густое. Я вмешала муку. Посмотрите, какое получилось однородное тесто и без комочков. В конце добавляю 1/2 чайной ложки соды. Перемешаю и сразу приступаю к жарке оладьев. В разогретую сковородку наливаю масло. И ложкой выкладываю тесто, стараясь придать оладьям более ровную форму. С одной стороны оладьи поджарились, я переворачиваю на другую сторону. Обратите внимание, как на глазах они становятся пышными. Вот какой толщины получаются оладьи. Во время жарки я несколько раз переворачиваю оладьи. Это нужно для того, чтобы они хорошо прожарились внутри, а снаружи приобрели равномерную золотистую корочку. Выкладываю на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы лишнее масло впиталось. Также жарю и остальные. Оладьи готовы. Из такого количества теста получается от 16 до 20 штук. А сейчас я попробую и покажу, какие они внутри. Сверху у них золотистая и хрустящая корочка. А внутри они очень мягкие, нежные и пористые. Такие оладьи я очень люблю кушать с черничным вареньем. Обязательно попробуйте приготовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Я желаю всем приятного аппетита и до новых встреч! Всего доброго!